Здравствуйте! Сегодня у нас стейк. Перед жаркой мясо нужно предварительно замариновать за час или за полчаса. Для этого нам понадобится лимон, соль, ваши специи любимые. У меня сегодня специи для стейка и оливковое масло. Мясо лучше брать с прослойками жира, так будет сочнее. Мясо промываем и обсушиваем бумажными полотенцами, удаляя всю ненужную жидкость. Затем посыпаем специями и оставляем мариноваться. Через полчаса или час, когда мясо замариновалось, начинаем его жарить. Разогреваем сковороду, наливаем небольшое количество масла и выкладываем наше мясо. Обжариваем на сильном огне до корочки, примерно по 1-2 минуты с каждой стороны. Если вы увеличите время жарки до 3-4 минут с каждой стороны, снимите с огня мясо, затем накроете фольгой и оставите на 5-10 минут, то это будет более простой и быстрый способ приготовления стейка. Но сегодня я хочу показать еще другой. После того, как ваше мясо пожарилось, мы запечатываем его в фольгу. Хорошо со всех сторон закрываем, чтобы сок не вытекал. И отправляем в разогретую до 180 градусов по Цельсию духовку на 10-25 минут. Время будет зависеть от степени прожаренности, которую вы хотите получить в итоге. Для medium, medium rare достаточно 10-15 минут, для well done 20-25 минут. И еще очень важный момент, после того, как мясо приготовилось, достаньте его из духовки, но не разворачивайте сразу. Дайте ему постоять 5-7 минут в фольге. После этого мясо будет очень нежным и сочным. Ну что, вот такая вот красота у нас получилась. Мы делаем небольшой надрез, проверяем. И зовем всех к столу. Всем спасибо за внимание. Приятного аппетита! Еще больше видео на моем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.